дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы свяжем тунику. Желающих было не так и много, но я захотела ее связать. Мне интересно сделать эту вещь, и поэтому я ее вяжу. Но желающие были достаточно. Ну, я считаю, желающих достаточно. В общем, смотрите, девчонки, что у меня получится. И вяжите, если захотите. Так, первым делом, что хочу сказать. Привязки на спицы пряжи не будет никакой. Считать будем на мой размер. Ориентировочно пряжа, вот это у меня, опять же, чешская. Не буду говорить, девчонки, стопроцентный микроакрил. 100 грамм, 225 метров, в 100 граммах. Единственное, скажу, выбирайте такую пряжу, чтобы она была такая шелковистая, падающая такая, чтобы она струящаяся такая была. Вот я не знаю, как объяснить, чтобы колом не стояла, вот так вот скажу. И, значит, про пряжу сказала, спицы у меня 4 миллиметра, вот. Достаточно свободно я вяжу. Вот, вязать буду основным, как бы в натуральную величину, черным цветом. Я так предполагаю предварительно, что уйдет у меня 3 мотка. Еще вот сейчас уже буду знать, когда монтировать, тут здесь сейчас напишу на самом деле, сколько у меня на мой размер ушло пряжи. Значит, вязать буду в двух экземплярах. Один 5 раз уменьшенная версия, и второй у меня будет оригинальный. Значит, снимаю две мерки. Одна у меня ширина бедер, и вторая у меня длина изделия по переду. Значит, ширина бедер у меня 100 сантиметров, окружность, не ширина, ширина это 50 сантиметров, то есть половина этой цифры. То есть меряем окружность бедер, и половину мы будем набирать. Вот, вот она основная у нас мерка, половина окружности бедер. И длина по переду, по передней детали. Тут вы определяете, как вы хотите, коротенький перед, либо его подлиннее. Я, допустим, хочу закрыть самые широкие места у меня, чтобы они прятались, да, вот в бедрах. Поэтому у меня 65 сантиметров длина. Длина у меня 65 сантиметров. И так, плотность вязания в 10 сантиметрах. У меня 20 петель, высоту не измеряла, плотность уже буду по ходу дела как бы определять. Вы же вяжете образец и по образцу вычисляете плотность вязания уже после стирки, обработки. Итак, первая деталь. Первая деталь. Давайте, где я буду рисовать. Мне нужно набрать петли, вот эту вот цифру, то есть на 50 сантиметров. В моем случае это 100 петель, которые я набрала. Так, и вяжу ровным полотном. Так, я сейчас нарисую эту деталь, которая у нас высота будет общая 65 сантиметров, ширина 50 сантиметров. Вот, 100 петель. То есть вы поняли, понятно, да, откуда взяты все вот эти вот цифры. Далее мы вяжем до того момента, пока у нас вот здесь вот не останется 15 петель. То есть здесь я вяжу 50 сантиметров общая. То есть не довязываем до высоты, до длины нашей детали 15 сантиметров. Так. Мини-версию я буду вязать в 5 раз меньше, поэтому набираю 20 петель. Я просто сейчас начну. И вяжем чулочной гладью. Это значит, что лицевой ряд лицевые петли, изнаночный ряд изнаночные петли. Набираю классическим обычным способом, потому что у нас это все будет закручиваться в валик. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Итак, 20 петель я набрала. Теперь
вяжем чулочной гладью. Первый ряд — все лицевые петли, кто не новичок и хотите заменить на любой другой узор, возможно, ажурный, вот сетка у меня есть на канале шикарная, замените на сетку, будет шикарно. Так, кромочная, последняя кромочная изнаночной петлей, и изнаночный ряд — это изнаночные, все изнаночные петли. Значит, что еще хочу сказать. Значит, если вы хотите заменить на любой другой узор, пожалуйста, меняйте, все будет очень красиво. Моя цель в этом видео — показать саму систему, перепроверить мои расчеты, рабочие они или не рабочие. Ну, естественно, показать уже вещь в готовом виде, как бы в натуральном готовом виде на себе, как она выглядит. Вот, не по фотографии в интернете, а как бы уже связанная. Вот, поэтому и вяжу две версии, и маленькую, и большую. Большую покажу результат, потому что она черного цвета, а маленькую в маленьком виде уже будем разбирать всю в маленьком виде, как бы, чтобы было видно и понятно. В общем, далее 50 сантиметров, здесь у меня 5 сантиметров, да, ой, в 5 раз меньше, 50, ну, а, здесь 10 сантиметров в высоту у меня. Вот эта вот деталь будет, я вяжу. И вот моя основная деталь, у которой у меня слетела спица. И сейчас распустится. Вот, вяжу достаточно свободно. Это для того, чтобы оно все как бы скользило, падало. Потому что модель такая падающая, струящаяся и воздушная должна быть. Поэтому выбирайте летние пряжи, но не хлопок, потому что он встанет колом, девчонки, я так думаю. Смотрите, пробуйте. Кстати, красиво очень будет из тонкого махера, как бы в формате паутинки связать. Вот правда, мне кажется, будет очень красиво. Либо ажурный узор какой-то выбрать. Все будет красиво, девчонки. Значит, вот смотрите, я набрала 100 петель. Вяжу полотно, которое у меня внизу закручивается, да, что я и хочу по сути. То есть я максимально упрощу эту модель для новичков. Все, которые не новички, могут ее дорабатывать. Низ, допустим, другой сделать, какой-то красивый, ажурный украсить. Это уже ваша фантазия. Вот, я вяжу 50 сантиметров. Провязала я, вот, допустим, 10 сантиметров, да, ой, ну, 50, значит, теперь следующие 10 сантиметров у нас идут сокращения один раз в четвертом ряду, ой, в четвертом ряду, через 3 ряда, здесь и здесь. Каким образом я закрывала? Значит, сейчас покажу вам оригинальную деталь. Значит, вот моя версия, оригинал черная, которая, понятное дело, ни черта не видно. В общем, внизу валик закручивается. Значит, вот моя оригинальная деталь, на которой ничего не видно. Ну, я надеюсь, вы хоть что-то вам разъяснит ситуацию это. Все, значит, внизу закручивается валик, вверху вот мои, как бы, вот смотрите, вверху тоже закручивается валик. Возможно, я очень свободно закрывала, но возможно, я перезакрою эти петли, еще вам в течение видео скажу, то есть подтяну их. Пока оставлю так. Значит, здесь у меня вот незаконченными рядами углы, сейчас все разберем. И вот по бокам вот эти вот сокращения, вот 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Всего их у меня 6. На высоте 10 сантиметров я делала эти сокращения. Значит, таким вот образом, так, сейчас изнаночный ряд провяжу. Каким образом? Просто я провязывала в начале ряда 2 петли вместе лицевой, потому что чтобы не было вот этих видно, ну, у меня-то не видно, потому что черная вязка, да, черная нить, а у вас может быть видно эти сокращения, поэтому, дабы избежать вот этих вот
лишних движений петель я делаю и рекомендую вам делать в начале. Вот так вот 2 петли вместе лицевой в начале ряда. И в изнаночном ряду тоже в начале ряда. Вот 2 петли вместе. Так, теперь вяжу ряд до конца. И еще 2 ряда без изменений. То есть всего 4 ряда. Так, и снова через 4 ряда снова мы делаем таким вот образом 2 петли вместе и в изнаночной 2 петли вместе в начале ряда. Так, и так. Вот. Итак, 10 сантиметров. Ну, у меня 6 раз получилось вот это вот убавление. Теперь, девчонки, я вам буду рисовать вот самый сложный этап сейчас. Он на самом деле не очень, не такой уж сложный, но я буду рисовать вот так вот. Значит, здесь у нас будет вот таким вот образом сокращение идти, более такие уже. В каждом втором ряду, во втором ряду, одна петля во втором ряду, одна во втором. Ну, мы будем тоже сокращать в начале ряда. Сейчас все я вам покажу. Значит, и теперь мы вот на данном этапе у меня здесь 88 петель, 88 петель в оригинале. Я рекомендую, значит, сокращение, укороченные ряды у нас вот таким вот образом у нас это все дело будет располагаться. Значит, рекомендую вам использовать вот эту вот, именно вот эту вот мою схему. Независимо от того, сколько у вас здесь петель, 88, либо 90, либо 100. Вот чтобы закончить эти углы и сделать вырез, вот четко следуйте этой схеме. Здесь у нас, значит, будет 26 петель. 26 петель до вот этой вот точки, и здесь будет 26 петель до вот этой вот точки. Сколько здесь, у каждого будет свое число. У меня это 36 петель, но вы его вообще не берете как бы в расчет, эти петли. Вот сколько есть, столько и есть. У меня 36, но здесь вот везде по 26 петель. Это значит, что здесь у нас 6 раз по 3 петли, видите, здесь у нас 6 раз по 1 петли, здесь у нас 6 по 3 петли, здесь 6 по 1 петли. Здесь у нас сокращение в начале ряда и в начале ряда, так как мы и делали здесь. Вот, а здесь незаконченные ряды. Вот таким вот образом мы сейчас вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. И здесь у нас 3, 3, 3, 3, 3, 3. Так, я показываю на мини. Это у меня все вот здесь вот вверху, то, что вам не видно. Поэтому я и показываю на образце. Вот здесь вот оно есть, вот это скос. Значит, я буду делать на 6 петлях. Значит, в начале ряда мы делаем, провязываем 2 петли вместе. Далее, и обе их считаем в эти 26. Далее мы вяжем 23 петли, ну то есть вместе с этими 21 получается. Когда провязали 21 петлю, поворачиваемся, делаем вот такой вот завертон, воздушную петлю и возвращаемся. Далее следующий ряд.
Опять же, вначале провязываем 2 петли вместе, далее вяжем до вот этого вот завертона нашего, 3 петли оставляем, то есть незаконченный ряд вяжем, не довязываем 3 петли до вот этой вот дырочки, которую мы уберем, и снова поворачиваем. И таким вот образом мы делаем 6 раз. 6 раз мы поворачиваемся. Далее мы соединяем это все дело. Нормально видно. Так, значит, соединяем. То есть мы двигаемся вот здесь вот, когда мы сделали 6 раз, мы вот одним рядом соединяем это все дело и переходим вот сюда, в это вязание. И здесь мы вяжем вот таким вот образом тоже 6 раз. При этом 3, 3, 3, 3, 3, 3. Так, тоже оставляем незаконченные ряды, а здесь по одной сокращаем. Так, передвигаемся. Вот здесь вот воздушная петля, ее мы меняем местами с петлей основного вязания. Видите, у меня перекрутилась. И провязываем 2 петли вместе. То есть дополнительная у нас идет сзади за петлей. 2 лицевые. Эти снова меняем. Всегда петля основного вязания идет поверх дополнительной. Дополнительная у нас, видите, вот все, наш уголок поднялся здесь. Теперь мы вяжем до конца ряда. Так, теперь то же самое. Здесь мы в начале ряда теперь изнаночного делаем 2 петли вместе и вяжем изнаночными 21, да, чтобы повернуть. Поворачиваем. То же самое, только в этой стороне. Делаем воздушную петлю и вяжем. Таким образом тоже делаем 6 раз. Поворачиваемся. И в изнаночном ряду это все дело соединяем. Здесь еще по одну провязываем, 2 вместе. Это может быть 7. Ну да, 7, это уже не важно. Здесь изнаночную мы опять переставляем поверх основную, поверх дополнительной. Это в изнаночном ряду, изнаночная у нас идет сзади, а дополнительная спереди, что в лицевом вязании у нас основная перекроет эту дополнительную. Так, и снова вот это мы делаем, чтобы у нас лицевая была красивой. Так, вот по сути все. Еще 6 рядов я провязала. Вот петли горловины у нас здесь. Я провяжу. Вот. Далее мы вот соединили эту часть. И вяжем эти петли горловины для валика. Уже ничего не сокращая, ничего не делая. Так, вот это понятно. Вот. То есть здесь мы уже связали. Сделала вот эти вот сокращения. Так, значит, я, наверное, сейчас провяжу 2 ряда и закрою все петли. Так, итак, я еще вам покажу, в дальнейшем я разутюжу, четко будет видно вот это вот. Деталька, значит, здесь у нас должен быть валик. Вот давайте покажу вам свою деталь. Вот он, видите? Вот прекрасно видно, что есть вырез. Еще у меня пряжа такая висящаяся, тянущаяся такая вот. Вот такая вот. Вот. Я ее и разутюжила еще. Ну, в общем, я такое и хотела, как бы такое воздушное. Так, я вот разутюжила, чтобы вам было видно вот эту деталь. Понятное дело, на таком мини-кусочке не очень-то это видно. Но, во всяком случае, так вот выглядит
наша деталь переда. Я уже разутюжила вместе с валиком, но вы знаете, что здесь должен быть валик. Так, что дальше? Далее мы, нам нужно, вот, задняя деталь у нас длиннее где-то на 15-20 сантиметров, то есть к этой длине мы добавляем 15-20 сантиметров. Это значит, что у меня это будет 80 сантиметров. Я добавила 15 сантиметров. Вот деталь сама выглядит в форме такого вот палантина шарфа. Я думаю, вы уже знакомы с такой конструкцией. Не умею я ровно рисовать. Значит, вот таким вот образом из этого у нас будет отгибаться здесь прямой угол, здесь прямой угол и здесь прямой угол. То есть все прямые углы будут у нас загибаться в эту вот, вот в такую вот конструкцию. Значит, ширина 80 сантиметров, это в моем случае 160 петель. Я набрала 160 петель в мини-версии, это у меня 33 петли, и вот начала вязать. Сколько же мы вяжем, еще поговорим по поводу кромки. Вот видите, здесь у нас лицевая гладь заворачивается на изнанку. Я в оригинале, вот. Итак, я набрала 160 петель. Ну, что я сделала? Я по краям, вот видите, моя лицевая гладь, которая будет на лицевой стороне. Вам, конечно же, на черном ничего не видно. Но последние 6 петель я делала изнаночной глади. То есть в моем варианте, для чего? Для того, чтобы у меня у горловины и внизу закручивалась на лицевую сторону. То есть валик вот этот, видите, если закручивается у меня на лицевую сторону, а не на изнанку. Вот для этого я сделала вот эту дорожку из 6 петель изнаночной глади. То есть здесь у меня лицевая гладь, а здесь 6 петель изнаночная, здесь и здесь. И на протяжении всего вот этого прямоугольника я вяжу таким вот образом. Итак, очень важный вопрос, девчонки. Какая же длина вот этой вот нашей детали? Вот. А длина у нас, значит, сейчас поймете. Здесь у меня 80 сантиметров. Если я отогну углы, да, вот соединятся они вот в этой точке, да, вот этот угол и этот угол. И так как у меня 80 сантиметров, здесь точка у нас пополама, ну, то есть перегиба, точка стыка, вот если показать вот на детали, то вот таким вот образом мы сейчас будем это все дело собирать. Вот. То здесь у нас длину будет вот это вот так, если то здесь у нас длину будет вот это вот число, то есть половина всей ширины, то есть 40 сантиметров. 40 сантиметров здесь у нас тоже 40 сантиметров, то есть половина всей детали 40 сантиметров. А здесь в этом промежутке у нас будет ширина вот этой вот детали, то есть 50 сантиметров. Итого у меня получается, вот фломастер у меня потерялся, я думаю, вам видно, 40 сантиметров, 40 сантиметров плюс 50 сантиметров, всего 130 сантиметров длина этой детали. То есть я вяжу ее 130 сантиметров, вот. А вы вяжете, считайте свою часть. Ширина детали, половина ширины этой второй детали, и здесь половина ширины этой детали. Вот и все. Вот такой вот такой размер вы вяжете. Так, далее по поводу сборки. Значит, у нас получается две детали. Вот она. И деталь переда. Вот, значит, первым делом я просто вам буду показывать процесс
первым делом мы отгибаем вот эти вот углы конвертики. Я здесь разутюжила неудачно, но, в общем, саму суть вам покажу. Значит, и сшиваем половину вот этой вот детали. То есть, если в моем случае вот это 40 сантиметров, да, половина, то я сшиваю 20 сантиметров, просто складываю таким вот образом пополам. Здесь половину детали сшиваю и здесь половину детали сшиваю. То есть до половины. Там, где сгиб, оставляем открытое отверстие. Вот одна деталь, и вторую тоже мы сшиваем ровно половину. И вот таким вот образом у вас должна выглядеть ваша большая деталь, сшитая, сложена пополам, сшита здесь половинка и здесь половинка. При раскладке, вот смотрите, у нас получается вот такой вот конверт, да, который мы дополняем вот этой вот деталью. Вот она у нас, эта деталь. Здесь валик должен быть. Ну, я его разутюжила. Ну, в основной детали он у меня вот есть. Да. И здесь вот сейчас покажу, я сшила вот эти вот части, да, половинки. Вот она, половинка сшита. И здесь у меня получается тоже валик. Тоже закручивается краешек. Здесь я не разутюживала вот эту вот часть, я ее оставила, чтобы она завернулась там естественным образом, и соответственно уложилась. Здесь еще, кстати, этот шов не обработан, только сшит. Вот, вот видите, вот я эти углы на основной детали сделала, и чулочная гладь у меня завернулась таким вот образом. Что касается вот этого валика, да, по низу, вот она моя полоска изнаночной глади, которая заворачивается на лицевую, и получается вот такой вот валик, которого я хотела добиться вверху, чтобы у горловины. Здесь, конечно же, эта полоса у меня будет изнаночной, пришита к основной детали. Ну, я вам покажу, конечно же, это все дело. Так, и сейчас показываю на маленькой детали сам процесс сшивания вот этой вот части. Обязательно вооружитесь булавочками, потому что здесь нам нужно, очень важно, все равномерно распределить. Итак, мы вот сначала складываем вот эту вот деталь и прикладываем по центру. И складываем по центру. Теперь первым делом вот мы берем вот так вот, у нас горловина, у вас она будет побольше, вот. И совмещая горловину, вот так вот перемещаем вниз эту детальку. То есть совмещаем. Здесь у нас мы совместили все четко, и теперь вот этой вот деталью мы как бы обволакиваем переднюю деталь. И вот так вот ее смещая, пришиваем. Да, отверстие у нас получается вот таким вот образом, вернее, шов уходит вниз, и это так, так и в оригинале там. Если посмотреть на фотографию, которую я использовала для разбора, там так и есть. Вот. Таким вот образом. Так, далее со второй стороной делаем то же самое. Вот эту вот процедуру я просто делаю на маленьком, чтобы вам все было видно и понятно. Вы делаете, девчонки, на диванчике или на полу, разложите красивенько. У меня пряжа очень такая прыгучая, такая неспокойная, и оно растягивается в разные стороны. Ну, как повиснет, куда повиснет, туда и растянется, вот. Поэтому все очень аккуратно делаем, особенно вот этот вот этап.
чтобы везде все было равномерно. Вот, прибулавьте, прикрепите, а потом только сшивайте. Вот, смотрите, видите? И таким вот образом у нас получается вот так вот эта деталь как бы переходит вперед. Здесь внизу все расширяется. Рукава, в принципе, там остаются, как бы вот этот вход на месте. И сшиваем. Потом уже только сшиваем. Когда мы вот это вот все проверили, можно даже сначала прибулавить, потом наметать, померить на себя, если все, никакой бок не провисает. Вот. В этом моменте очень аккуратно все делаем. Здесь, конечно же, на этом образце горловины не видно, потому что нет закрутки вот этой вот. Сейчас я все соберу в своей оригинальной версии и саму горловину вам обязательно покажу, как она выглядит. По сути, это вся сборка. Больше мы ничего же не обвязываем, ни рукава, ничего. За счет вот этих вот всех валиков у нас все края получаются обработанные вот этим вот валиками щелочной глади. Везде у нас оно закручивается. Так что не нужно нам никаких обвязок, ничего. Кстати, видела, пока шью, вам расскажу. Видела в интернете, и девушка мне присылала такого типа из... В форме паутинки связано, пожалуйста, вяжите, девчонки. Ссылку, кстати, на пряжу с Алиэкспресс я вам положу, ой, оставлю. Вот, кстати, вот эта вот пряжа, которую я недавно получила, очень круто будет. Бамбук 70%, 30% хлопок. Оставлю ссылку в описании, либо махер, который махер используется для паутинок. Вот. Что касается махера, то я думаю, грамм 150, ну максимально 200 сюда уйдет, не больше. Вот 200 грамм, не больше. Хотя не знаю, может у вас по вашему опыту, смотря какой, конечно же, да, я не могу так точно вам сказать. Ну а что касается вот этой вот пряжи, у нее, я так вижу, в 50 метрах. 50 граммах. Где-то 200 метров, к сожалению, не указано. Вот. То я так думаю, мотков 6 на такую штучку. Но пряжа очень приятная такая, прям летняя. Вот. Так, все ссылки оставлю в описании, девчонки. И на то первое видео, где мы разбирали эту туничку. И вот получается у нас вот такая вот конструкция, которую мы выворачиваем. И в оригинале у нас все краешки вот здесь вот закручиваются в валик. Сейчас я соберу эту свою. Вот, видите, все как полагается. Вот. Тут важно выбрать, конечно же, пряжу. Очень важно. Зимняя вещь такая, я думаю, не упадет. Надо только из летней пряжи. Из тонкой, шелковистой, вязать такую вещицу. Все, я собираю свою и покажу вам. Так, девчули, вот смотрите, моя деталь, которая основная. Вот здесь вот видно вот эту вот полосу изнаночного как бы вязания. Ну, а по низу она идет валик закрученная. Вверху закручен валик. Сзади тоже валик видим. Ну, а здесь понятное дело, что здесь идет вот эта вот полосочка. Но я думаю, она ничему не будет мешать. Только может быть украшать, как элемент украшения. Вот. Вот она вся моя деталь. Конечно, видно на такой большой детали очень плохо, но вот так вот.